Доме культуры Опалиха прошла линейка памяти, посвященная Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сотрудники учреждений и школьники почтили память погибших в школе номер 1 города Беслана в 2004 году. Ребята узнали о том, как бесчеловечно могут действовать террористы, направляя свою агрессию против самых беззащитных. В 2004 году 1128 человек во время линейки торжественной, которая посвящалась 1 сентября, были захвачены террористами и удерживались в течение 2 дней в школе. И, к сожалению, очень много погибших. Погибло, как вы видели, 318 человек. Перед собравшимися выступила автор и исполнитель Инна Казарцева, а также школьники прочли стихи в память о погибших сверстниках. Завершилось памятное мероприятие символичной церемонией запуска воздушных шариков в небо в знак солидарности в борьбе против терроризма.